Давайте вам расскажу об одной настройке, которая полностью следит от разработчиков за вашим мобильным телефоном. Ее нужно отключить. Перед этим поставьте лайк, подпишитесь, заглядывайте на мой канал, где я снимаю такие ролики каждый день. А я вам сейчас более детально все расскажу и покажу. Для этого нужно зайти в настройки на своем мобильном устройстве, найти пункт, который называется «Защита конфиденциальности», «Специальные разрешения». И здесь уже в специальных разрешениях изменения системных настроек, вот этот вот пунктик. Здесь нужно обязательно нажать еще, показать системные процессы, и вот так вот спускаясь вниз, найти такую настройку, которая очень важна, которая очень садит батарею, собирает весь, все-все-все на вашем телефоне. Вот так вот отключаем ее и спим спокойно, потому что аналитика — это такая зараза, которая собирает все данные и садит ваш телефон. После все настройки отправляет вашему разработчику, а он уже анализирует ваш телефон. Так ваш телефон будет работать быстрее, лучше и не будет садиться батарейка. Пользуйтесь.